15 мая на территории у арены Омск прошел завершающий многодневную юношескую велогонку этап, определивший победителей традиционных майских соревнований. В этом году Омск принимал сильнейших в своем возрасте велосипедистов в 34-й раз. Спортсменам Прииртышья конкуренцию составляли гонщики из Новосибирска, Кемерово, Челябинска, Республики Башкортостан, а также гости из Казахстана. Начались соревнования 9 мая у драмтеатра гонкой «Критериум» на 40 километров. Затем старты попеременно проходили на автодороге «Звонарев-Пут» и у арены «Омск». Состязались велосипедисты в раздельном старте, групповой и командной гонках. Пять этапов гонки и более 200 километров шоссе позади, и велосипедисты вновь стартовали. На этот раз в заключительной гонке «Критериум» на 28 километров. Это 20 кругов и 10 промежуточных финишей. В напряженной борьбе отношения выясняли лидеры соревнований, представители команд «Астана-1» и «Башкортостан-1». В итоге финишную прямую первым пересек один из сильнейших спортсменов-юниоров соседнего государства – казахстанец Иоганн Штейн, опередив при этом Яна Сейдова из Уфы и товарища по команде Ивана Зайцева, занявшего третье место. По итогам всех этапов в личном зачете весь пьедестал заняли также представители «Астаны-1». Наибольшее количество очков набрал Даниил Марухин, во второй раз приехавший покорять Омское шоссе. Команда, конечно, молодцы, помогла мне. В этом без них бы я не справился. В том году было тяжелее намного, старшие ехали, а в этом году мои года. Из-за мячей лучшим стал Никита Колганов, занявший 8-е место. В командной же классификации нашим гонщикам повезло чуть больше. Омская область 2 стала бронзовым призером соревнований, уступив Астане и Башкортостану. С первого дня наши выступали достаточно успешно по сравнению с прошлыми годами. Заняли 2-е и 3-е место на раздельном старте, но в групповой гонке не смогли продержать свои места и уступили их уже более опытным казахским гонщикам. Омская юношеская велогонка – всегда долгожданное и ожидаемое спортивное событие велосезона. Для молодых спортсменов Прииртышья, регионов России и Казахстана – это возможность не только показать свои силы и завоевать призовые места. Сюда приезжают за бесценным опытом и обзаводятся новыми друзьями.